Здесь говорят, свою историю нужно не только знать, но и бережно хранить. Общество историков-архивистов объединило под своим знаменем преподавателей ученого света и людей всех творческих профессий. С 99-го года писатели, художники, преподаватели делают все, чтобы молодое поколение узнавало историю родного края не только из школьной программы, но и при помощи творчества. История дает нам какой-то стимул развиваться, знать свои поколения, что делали в Великой Отечественной войне наши прадеды, что делали в годы Афганской войны, в годы войны, которая происходила в 92-м году. История – это основа всего, и любой человек обязан знать свои корни, свое прошлое, потому что человек, не знающий прошлого, не знает и не имеет будущего. С поздравлениями представителей общественных организаций, министерств и ведомств республики. Историки рассказывают, их труды ориентированы на сохранение культурного достояния нашего края. Сегодня общество сотрудничает с похожими организациями из стран СНГ. Иностранные ученые регулярно приезжают на научные конференции. Здесь они получают возможность ближе познакомиться с историей Приднестровья. В 1999 году был проведен учредительный съезд, и в этом учредительном съезде приняли участие историки, краеведы, журналисты, художники, писатели. И все пришли к выводу, что да, такая организация нужна, потому что Приднестровская Молдавская Республика имеет достаточно богатую историю, и эта история должна быть запечатлена. Мария Пантази, Александр Богатый, Николай Биркиншток, Первый Приднестровский телеканал.